есть обращение в части того, что устно угрожают, понуждают в том, что будут воздействовать на этих работников. Образование задают вопросы, медицина. Тем более, что эти категории у нас попали в национальный календарь прививок. У этих работников возникают вопросы беспокойства о неправомерных действиях. По отношению к ним могут быть санкции по отстранению. При условии, если у нас будет издано постановление главного санитарного врача, в который попадут вот эти категории работников. На сегодня в Свердловской области у нас постановление главного санитарного врача не издано. Без постановления нельзя отстранять никого. Если работника отстраняют от работы без прививки, ему необходимо обращаться в Государственную инспекцию по труду, в Федерацию профсоюзов можно. Можно обращаться в прокуратуру.